Россия упростит получение гражданства для жителей четырех стран. Правительство подготовило законопроект об упрощении процедуры выдачи российских паспортов приезжим из Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины. В частности, им не нужно будет подтверждать наличие у них законного источника средств к существованию. Что думают об упрощенной процедуре получения российского гражданства жители Украины и Молдавии, многие из которых приезжают на заработки в Россию? Житель Харькова Алексей. Многие работают, все-таки остаются или переехали работать в Россию, там работают. Ну, у меня есть такие пару знакомых. То есть я так понимаю, что кому в этом есть необходимость, то, наверное, эти люди, ну, там, может, Восток, да. В основном это будет не из-за каких-то патриотических или чего, а банально из-за каких-то выгоды личной. Я себя чувствую русским, у меня все в России, и я могу себе спокойно поехать и получить гражданство России, вот, но мне это не нужно, ну, по ряду причин мне не нужно, да, вот, а людям, может, каким-то нужно. Киевлянин Александр. Мне кажется, что это очень персональный выбор каждого. Если кому-то это удобнее, как-то упростить там перемещение или еще что-то, то ради бога, у нас просто закон Украины, он не позволяет иметь двойное гражданство. Сейчас идут разговоры о том, что его изменить, но пока официально у нас все-таки одно гражданство, и второе, если человек имеет второе гражданство, то это не совсем законно. Хотя очень многие здесь действительно уже давно имеют гражданство либо европейское, либо израильское, то есть здесь это, ну, так, у очень многих людей. Насчет того, ну, упрощает получение гражданства, ну, наверное, не знаю, кому-то, наверное, вымывает. Это пригодится. Насколько нужно остальным, ну, мне сложно комментировать. Константин из Молдавии. У нас разрешено мультигражданство. И у нас практически каждый второй, может быть, каждый второй, каждый третий является обладателем румынского гражданства, поскольку получать его просто. Это, в принципе, пропуск в Евросоюз для наших людей, не потому что они себя вдруг осознали румынами. И, разумеется, очень многие хотели бы получить и российское гражданство. Действительно, это связано и с тем, что достаточно много наших людей работает в России, либо собирается туда уезжать, тут есть русскоязычные граждане, которые ощущают себя частью большой России. И им, наверное, тоже бы хотелось обзавестись российским паспортом. Принятая до 2025 года концепция госполитики предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать. После этого была упрощена процедура получения гражданства России для жителей Донбасса. А в конце января 2020 года МВД России выступило за отмену собеседования на знание русского языка для украинцев и белорусов.